Здесь около российского посольства больше 1000 человек. Этот марш прошел сейчас от резиденции канцлера, нашей дорогой Меркель, и мы пришли через центр Берлина сюда, к российскому посольству. Согласование было получено за день. Организаторы написали на сайт полиции просьбу об организации орнунга, порядка, и согласовали маршрут. Самое главное было в маршруте, чтобы эти улицы не было занято для других демонстраций, иначе бы нас пустили бы по другому маршруту. Собственно, согласование заняло один день. Здесь действуют строгие правила без масок. Я сейчас закончу и обязательно снова буду в маске. 1,5 метра дистанция. Народу очень много, интересных плакатов, креативных плакатов. Очень много родных, знакомых лиц мы здесь встретили, в том числе и бывших осужденных, в том числе политических беженцев. Очень много знакомых лиц, очень много журналистов. И вот мы встретили Владимира Переверзина, бывшего политзаключенного и многолетнего члена наблюдательного совета Руси сидящий. Володя провел в тюрьме по политическому обвинению по делу ЮКОСа больше 7 лет. Володь, зачем ты здесь? Во-первых, я приятно удивлен тому, что здесь очень много людей, приятных своих лиц. Это единственная возможность выразить свое отношение к тому правовому беспределу, который происходит в России. И очень радует то, что в Берлине очень много думающих, понимающих, поддерживающих нас людей. Я очень приятно удивлен. Я рад тебя видеть. И я заметила, здесь много белорусских флагов. Мы приходили летом и осенью за Беларусь, топить за Беларусь. Они сегодня пришли топить за нас. Да. Володь, у меня вопрос. Когда судили тебя, когда судили ЮКОС, это было в середине 2000-х, уже казалось, что судебный абсурд, дальше некуда. Но то, что мы видим сейчас... Был судебный абсурд, да, тогда только все начиналось. Ты вспомни, когда меня освободили, я был экзотическим зверем, да, на меня ходили смотреть. Я был единственный живой человек, который вообще был осужден. Да, тогда только все начиналось. Сейчас уже сидевшим никого не удивишь, сколько людей отсидело по болотному делу. То есть начались массовые репрессии. Володя автор книги уже на немецком языке «Матросе Шерюх», да. «Матросская тишина». Ну и здесь очень много людей, которые пишут, снимают, творят. Очень много наших коллег-журналистов. И, честно говоря, давно не видела такого креатива. Кто-то вышел, интересно, из российского посольства? Пойдемте посмотрим. Полиции много, но она не мешает, она помогает. Показывает нам дорогу. Когда ты видишь бегущий отряд полицейских, воспоминания-то нахлынивают, но они бегут, чтобы побыстрее нам помочь. Пойдемте посмотрим, что там в посольстве. А в посольстве тишина, смотрите. Окна зашторены, все забаррикадировано. Может быть, там выйдет посол? Все закрыто. Ау! На двойные замки. Нет даже российских сотрудников полиции. Только немецкие дежурят полицай. И поговорить нам здесь решительно не с кем. Но мы шли большим маршрутом через дом, где живут российские сотрудники, и они не могли нас не увидеть и не услышать. Бастилия!
Сталинская Бастилия. По-моему, они забаррикадировались. Свободу политзаключенным! Камера тут есть? Вот она. Свободу политзаключенным! Выпускай!